Вера живет на ХТЗ и ежедневно гуляет со своей собакой по улице Рыбалка и проходит мимо памятника воинам 17-й бригады НКВД, погибшим в 1943 году во время Второй мировой войны. Женщина рассказала, что однажды, еще в прошлом году, его разрисовали вандалы. Мы просто его вымазали весь, изуродовали. А потом его подправили. Но сегодня памятник тоже подвергся вандализму. На нем была начертана нацистская свастика, а также цифры 2 восьмерки. Среди современных симпатиков фашизма 88 – это ассоциация с нацистским слоганом «Хайль Гитлер». 2 восьмерки – это 2 восьмые буквы немецкого алфавита «H», с которой начинаются оба слова нацистского слогана. Мой отец воевал, ветеран войны, орденоносец, его давно уже нет. Я, конечно, к этому очень отрицательно отношусь. Для меня это святое. Отрицательное отношение, совершенно отрицательное, вообще недопустимое. К полудню следов вандализма на памятнике уже практически не было видно. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений. Следует еще добавить, что мэр Харькова Геннадий Кернес не упустил возможности попиариться на случившемся факте, опубликовав заявление в стиле «Не забудем, не простим, деды воевали» о том, что это, цитата, «провокация в преддверии 9 мая, совершенная людьми, которые раз за разом пытаются начать гражданское противостояние». Виталий Лапскир, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».